Так, смотри, очень интересный Зомбиленд соревнований. Давайте поиграем в Зомбиленд. Так, все, гоночка. Так, вот у меня такой вот слабенький. Что-то я взял. Не очень хороший драндулетик. Меня сейчас могут зомбики словить. Интересная игра, такого раньше никогда не было. Смотри, надо убегать от зомби. Зомбики за нами гонятся. Так, все, заезжаем в домик. В домике мы спрятались. Зомбари нас не могут поймать. Так, поехали. Поехали, поехали, поехали быстрее. Главное, чтобы нас зомби не споймали. Нет! Они меня сейчас вытащат. Вытащили из машинки. Зомбики. Так, меняем тачку. Срочно. Берем вот эту мою ролейку. Поехали на ролейке. Все, едем, едем, едем. Надо убегать от зомби. Офигеть. Это, видимо, с Хэллоуином связано. Как бы такого раньше не было. Вон, мужика того ловите. О, нет. Заезжаем быстрее. Успел, успел в домик. Прям вообще чуть-чуть оставалось у нас времени и места. Но мы успели, успели убежать. Так, давай, давай, тачка, быстрее гони. Так, главное, чтобы меня зомбари не споймали. Опля, так. О, нет, фух. Нет, 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 у меня есть еще совсем немножко времени. Есть, успел, 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 зомбики. Так, все, поехали. Так, усложняется, каждый раз усложняется карта. Вот этих зомбарей. Нам нужно от них убежать. О нет, это сложная, сложная карта. Давай, давай, давай. Нет, они меня сейчас споймают. Споймали, зомбики. И они меня вытащили. Вытащили из машинки. Ну что ж, теперь мы с бригадой все это едем. Все хотят быстрее спрятаться. Спрятаться в домике. Блин, давай, 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 давай. Знаешь, я думал, у меня вот эта тачка максимально прокачана. Нифига. Нифига, она у меня не супер прокачанная. О, успел, успел, успел. Ёлки-палки, смотри. Блин, все-таки меня один споймал. Чувак какой-то. Да, не получилось убежать. Блин, 12 секунд остается. 9, 8. Ну, сейчас точно мы не успеем. Ну, по крайней мере, я не успею. Они-то все, может, и успеют. А я все. Да, они меня сейчас ловят и съедят. Вот так вот. Ну что ж, посмотрим. Давайте, сколько мне дадут. Ага, 4 очка дали. Ну, тоже нормально. Берем багги и едем на багги. Попробуем проехать. У меня двойные монетки. Так, двойные монетки мы собираем. Мне нужны деньги просто-напросто. Поэтому я, ребята, с двойными монетками буду играть. А, главное проехать, не перевернуться. Так, эскимосик мой едет. Аккуратненько, давай, давай, давай. Опа, о, тут много монет, давай соберем. Во, 4 тысячи монет. Вот это я понимаю, ребята, когда можно нормально много денег заработать. Надо брать просто-напросто сразу, по умолчанию. Всегда играть с двойными монетками. Ой-ой-ой. Потому что обычно я много проезжаю. Тут 2 километра я на баге в прошлый раз проезжал. Как минимум, мы должны побить рекорд. Ничего не знаю. Мне нужно побить рекорд. Да. Вот еще, вот еще, вот еще монетки. Берем, едем. Не спешим. А хотя, в принципе, можно нормально ехать. Потому что если у меня бензин закончится, то будет печально. Икс. Вот, магнитик нам помогает заработать денежки. Так, вот еще у меня. А, давай, 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 есть. Бензинчик взяли. И продолжаем движение. А я смотрю, мы уже подходим к 5000. Вот это да. Вот это лайфхак, ребята. Как надо играть с двойными монетами постоянно.
Вот тогда мы нормально-таки денежек поднимем. Так, остается 700 метров. Почему я там не проехал? А, вот в этом месте надо спешить. А нет, не сейчас, вот попозже. Там может быть так случится, что не хватит бензина. Вот, все. А теперь нам нужно гнать. Гнать очень быстро. Давай-давай, багги. Багги у меня достаточно-таки скоростной автомобильчик. О, главное сюда попасть. Ах, немножко. Да нет, успели. Успеваем. Мы до бензинчика своего. Вот так взяли бензин. Здорово. Все. Сейчас тут тоже монетки соберем. Так, домики пошли, которые ох, нам мешают. Так, уже 6 тысяч практически мы насобирали с помощью двойных монеток. Так, что у нас здесь дальше? Так, 100 метров остается. Я на багги так мало... А, понял. Я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет! Ох ты, надо назад, срочно назад выезжать. Угу. Так, если мы назад не выедем, ребята, мы здесь вообще не выедем. Во. Теперь срочно проезжаем. Так, и у нас что у нас по бензину? По бензину очень мало бензина. Бензин заканчивается. Где у нас этот самый? Канистра. О, 60 метров осталось до канистры. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть. Взяли мы канистру, и мы рекордик свой новый делаем. Здорово, 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 здорово. У нас уже 7000 монет. И у нас потихонечку мы... Ох ты, фига себе, что это такое вообще? В этом месте я не был. Так, ну-ка. Давай, проедем. Во! Фига, какую западню они сделали нам. Разработчики карт. Тут домик этот вонючий. Ах ты, ё-моё, бензин. Где бензин, ребята? Не вижу я, не вижу бензин. А-а-а! Вон он где, 50 метров еще остается до бензина. Эх, ну проехали, проехали. Заработали 3000 монеток. Так, ну что, продолжаем, берем ролеечку. И играем дальше. Так, нам нужно убежать от зомбиков. Зомбики за нами гонятся. Такого раньше никогда не было. В Hilltip Racing. Это новое какое-то... Не обновление, а какой-то режим игры новенький. Потому что скоро Хэллоуин в ноябре будет. Либо в конце октября. Ну что-то такое, вот я помню. А может быть не в ноябре, слушай, в октябре, наверное, Хэллоуин. Ну и вот. Такая вот у нас задача убегать от зомбарей и прятаться в дом. Все, поехали. Ух ты, и каждый раз новые какие-то трассы. И каждая трасса все сложнее предыдущей. Да, зомби поднимаются очень быстро. Просто взлетают на гору. Опа, поймался, нифига, я прям рекорды бью. Все, поехали дальше. Это хорошо, что у меня получается уже третий раз спрятаться в домик. О, нет, сейчас я не спрячусь. Да, они меня опять поймали. Да, ё-моё. Зомбари, зомбари, зомбари. Только в путь меня ловят. Так-с. Так, чуваки быстрые достаточно-таки. Опа! Нет, опять они меня вытащат сейчас. Вытащили из машины. Прикинь, они просто вцепляются в меня и вытаскивают. Так, минутка осталась. Так, опять эта трасса. Пока, видимо, я эту трассу не проеду. Или это новая трасса уже, я не понял. А нет, все та же трасса. Видимо, пока я... А, опять, смотри, залез. Прям на меня. Да. Вот это вот зомби. Давай, пожалуйста, машинка. Во, вот так я буду делать. Давай, поехали. Опять, смотри, сколько зомбарей.
Да что вы на меня-то нацепились? Сколько машин он рядом едет? Чё ж вы... Чё ж я вам медом что ли, намазан, а? Алло? Давай. Опа! Нет, опять, смотри, вцепились в меня. О, да что ж ты будешь делать-то? Такие вот зомби, а? Вот смотри, как они на меня нападают. На, я вас подавлю. Угу, подавил, конечно, их. Так, на 65-м месте, офигеть. Так, скоро у меня будет 40 монет. Вот тогда, ребята, я получу денежки свои, 5000.